на зв'язку. І знаю, що вже з нами скайпом доєднується до нашої розмови Данило Богатирьов, експерт Українського інституту політики. Пане Данило, рада вітати. Добрий день. Здравствуйте. Не знаю, чи чули ви нашу розмову з паном Качурою. Ми говорили власне і про засідання фракції, яке вчора відбулося у них. Ну і можна почути так по настрою народних депутатів, якими ми спілкуємось в етері, що всі нарікають на управління фракції, на керівництво фракції, кажуть, немає якогось системного підходу, немає розуміння, очевидно, якихось викликів, які стоять сьогодні перед партією, перед фракцією, тим паче вибори місцеві на носі. Скажіть, ви взагалі останні події, які відбуваються навколо «Слуги народу», як розцінюєте? Це якийсь бунт на кораблі? Можливо, ми в напередодні якихось змін, і це такий просто буревій, який здійнявся напередодні якихось серйозних ротацій у політичній верхівці цієї сили. Значит, сейчас самый главный процесс, который происходит в рамках правящей партии, это, собственно, дележка мест в списках в различные городские и областные советы. Есть, как в любой партии, там влиятельные лица, которые пытаются провести как можно больше своих людей в эти списки с тем, чтобы они в итоге стали депутатами. Ну и желательно там в проходную часть списка, вот желательно именно их пиарить, потому что вы же знаете, что избиратели будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата. То есть они должны знать его по фамилии. Вот. Это относится и к недавней истории с депутатом, который вышел из фракции якобы из-за продажи мест в списках. Ну, там имеют место самые разные истории на самом деле. Кто-то продает эти места, кто-то просто ставит туда лояльных себе людей, кто-то, как говорится, отжимает своих коллег от возможности формировать эти списки. Вот я знаю, что на данный момент, в частности, в Киеве развернулось практически открытое противостояние между Ириной Верещук и Николаем Тищенко за то, кто же будет иметь большее влияние на формирование списка «Слуги народа» в Киевсовет. Тищенко вже буде миром займатися, йому вже, очевидно, буде не до того. Ну, знаете, своих людей он все равно хочет продвинуть по слухам, и более того, за ним стоят серьезные люди, это и Андрей Ермак, и наша тут столичная Алла Швапак, Денис Комарницкий, так что у него серьезная группа поддержки. Ну, а Верещук в этом плане ориентируется непосредственно, как говорят, на президента, то есть она вот якобы выступает таким проводником президентской линии. Посмотрим, что из этого получится, пока ничего не ясно, но вот этот процесс, он демонстрирует то, как идет сейчас конкуренция между партийцами за продвижение своих людей в списке. И я думаю, мы увидим еще не одну историю, как с вот этим вот полтавским депутатом, как еще с тем, который подал заявление. Я их фамилии не помню, извините, но это пан не Галушко важно. Останній, да, за який записав відеозвернення. Але от дивіться, пане Данило, як всі ці історії з продажем міст, ну тому що це досить серйозна історія, і це такі серйозні звинувачення в політичній корупції. Як це може рейтингово відбитися на політичній силі «Слуги народу» перед виборами місцевими, тому що, ну, там з рейтингами є питання, але як це може вплинути? На рейтинге будет отражаться отрицательно, но вы же видите, что эти все истории, они, в принципе, у нас ретушируются в информационном пространстве. То есть вот несколько дней назад была об этом информация, а сейчас уже практически никто и не говорит. И я удивился, честно говоря, когда вы заявили такую тему в эфире, ну, потому что она уже не звучит несколько дней как. И то же самое там с любыми эксцессами, которые происходят в правящей партии. Все очень быстро отходит на второй план. Информационное поле перенасыщено. Избиратели вполне могут до выборов об этом и забыть. Ну, хотя, конечно, такие истории не играют в плюс «Слугам народа». То, може, тому їх інформаційно і перебувають якимись іншими такими приводами для того, аби відволікти увагу від одного. Тому що ми говоримо кілька днів так про можливий продаж місць оцих і розбираємо цю історію, а натомість вчора просто мережу інформаційний простір сколихнула інформація про можливе підключення до перемовного процесу Миколи Тищенка, народного депутата. Ну, ви ж бачите, яка реакція в соцмережах. Чи може це бути штучно створена ситуація, коли намагаються одну новину перебити іншою?
Да может, конечно, но я больше того скажу. Вот новость о том, что будет выездное заседание Рады на нейтральной фракции, точнее, да. Ну вот зачем? Какая практическая польза от этого? Понятно, что это пиар-акция такая, то есть показать, что вот якобы мы не боимся, мы сшиваем страну и так далее. Одновременно это положительный информационный повод, который призван перебить ряд отрицательных информационных поводов. Конечно, такие технологии есть, в принципе, и в «Слуге народа» в них разбираются, там есть соответствующие люди, и в офисе президента тоже. Поэтому почему бы и нет? Ну і от буквально такий breaking news. Щойно Руслан Стефанчук звернувся до міністра внутрішніх справ з таким закликом штрафувати народних депутатів у Верховній Раді, які знаходяться без маски. Та ну це так теж до теми, що ну якщо ковід, то ковід для всіх, і умови мають бути для всіх однакові, очевидно. Але ми чуємо з трибуну в парламенті сьогодні більше заяви політичні. Партії сьогодні активно вже взялися за підготовку до місцевих виборів, пане Данило. От як ви аналізуєте ті спічі, які чуєте за трибуною? Ну, конечно, меньше месяца осталось. Вся деятельность парламента сейчас будет направлена на выборы. Абсолютно вся. И бюджетный процесс даже будет тоже направлен на выборы. Там депутаты-мажоритарщики попытаются, как всегда, выторговывать себе преференции на свои округа и так далее. Несмотря на то, что у нас формально нет уже мажоритарной составляющей избирательной системы, но тем не менее депутаты-мажоритарщики остаются, им нужно же чем-то подкармливать округа. Так что вот это все мы будем видеть на протяжении месяца. Борьба будет накаляться. Я бы не сказал, что сейчас, знаете, кандидаты тратят какие-то бешеные бюджеты на избирательные кампании. Нет, ну может быть в связи с тем, что кампания местная, все-таки там бюджеты поскромнее. Но кампания уже активно идет, и на улице идет наглядная агитация, идет полевая агитация, полевая работа. Идет, конечно же, и какая-то медийная работа. Вот то, что мы видим по этим заявлениям. Давайте поговоримо ще про одну коротку підтему. Зараз додам інформації. Отже, відкинув усі звинувачення і пообіцяв сприяти слідству. Народний депутат Олександр Юрченко записав відеозвернення. У ньому політик заявив, що не вчиняв жодного злочину і не отримував неправомірної вигоди. Та звинуватив у злочинних діях слідчих НАБУ, які розслідують справу проти нього. Також обранець розповів, кому вигідно розпочати проти нього кримінальне провадження. Давайте почуємо Юрченка. Сміття мафія та упаковщики, які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони. І ось сьогодні, коли ми з допрацьованим законопроєктом вийшли на друге читання, сміття мафія почала робити все для того, щоб не допустити, щоб в Україні працювала та законодавча база, яка функціонує в усьому цивілізованому світі. Я нагадаю, НАБУ звинувачує нардепа Олександра Юрченка в отриманні хабаря за лобіювання законопроекту, що стосувався сфери побутових відходів. 21 вересня Вищий антикорупційний суд затримав обранця до 9 листопада. Також суд арештував майно політика. У суді Юрченко заперечував обвинувачення в хабарництві і називав себе борцем за справедливість. 25 вересня за Юрченка внесли заставу, а саме понад 3 мільйони гривень, і він вийшов із СІЗО. На нього вдягли електронний браслет. Пане Данило, ну ця історія, вона була дуже показовою, резонансною, але бачимо, що знайшлися люди добрі, які знайшли ось такі немаленькі гроші, внесли заставу за пана Юрченка, він знову приступив до виконання своїх обов'язків як народного депутата. Як ви взагалі оцінюєте всю цю ситуацію і загалом політичні перспективи Юрченка як політика? Как цирк оцениваю эту ситуацию. Это просто цирк. Смыслов там нет никаких. НАБУ еще за время своей деятельности бурной, точнее симуляции бурной деятельности, никого не посадило. Единственное, чем оно занимается, это лоббированием интересов наших западных партнеров здесь. Вот и все. Поэтому эту структуру, по моему мнению, нужно распустить. Другой вопрос в том, берут ли депутаты там какие-то взятки за лоббирование законопроектов? Конечно, берут. Ну, це ж не можемо говорити тільки про це скликання, пане Данило. Це ж було завжди. Брали всегда и берут всегда. И цена там депутатского запроса, помните еще, когда
Масійчука задерживали, он там на пленках этих рассказывал, что депутатский запрос стоит от 10 тысяч долларов. Ну, соответственно, написание лоббирования законопроекта еще больше. Поэтому здесь удивляться не приходится. Но другой вопрос в том, что и доказать это невозможно. Ну, это все просто информационный шум. Никуда, конечно, этого Юрченко не посадят. Спокойно он переждет время вот этого информационного ажиотажа. Точно так же, как переждали его раньше Насиров, другие свинарчуки там всякие и прочие, против кого возбуждались уголовные дела. А дальше будет либо продолжать политическую деятельность, либо, может быть, уйдет на какую-то административную работу. В любом случае, у него карьера не сильно пострадала. Так що здесь даже не надо строїти ілюзії. Але просто ми, я до чого запитую, тому що певний час пан Юрченко мовчав, не давав жодних коментарів. Сьогодні він заговорив, вчора ще надвечір записав ось таке відеозвернення. Чи можемо говорити про те, що, ну, не хочу казати якісь домовленості, але, можливо, якось змінюється ситуація насправді, тому що вийшов він в світ, да, з ось такими заявами. Сьогодні спілкувався з журналістами перед Верховною Радою і, можливо, враховуючи те, як сиплеться монобільшість, коли очистить своє ім'я, якщо так станеться, пан Юрченко, то ще й повернуть його до лав фракції. Ну, поработали с ним, конечно же, пиарщики. А вопрос в том, захочет ли он сам возвращаться в ряды фракции. Неужели вы думаете, что у человека, которого обвиняют там во взятке, сколько там, 200 тысяч, из которых он якобы успел получить 30, неужели 13. Вы думаете, что у него нет денег на оплату услуг пиарщика? Ну, конечно, он кого-то нанял, чтобы его информационно обеляли. Почему бы и нет? Вот. Будет ли он дальше в политике? Я думаю, что будет. И, возможно, либо в политике, либо на какой-то административной работе, повторюсь. Поэтому ничего ему серьезного не грозит. Так, але дивіться, якщо ми говоримо про те, що ця справа була резонансною, то ми маємо говорити тепер про наслідки. Про наслідки для Юрченка, як окремо взятого народного депутата, я вже, в принципі, розумію вашу думку, а от для «Слуги народу», як політичної сили, яка, власне, його і привела у парламент, це як може позначитись? Тому що, казав президент, нікого не жалітимемо, всі, хто корупціонери, будуть сидіти, навіть свої. Ну а что, они фактически от него избавились, то есть они же его изгнали из своих рядов. Все, ну, них сам теперь... вийшов сам, тому що не хотів, да, очорнити ім'я фракції. Ну, позиционировалось это в прессе так, что его якобы заставили написать заявление. Но какая разница? В общем-то, это не так важно. Здесь ничего не будет просто дальше продолжаться. Ну, никаких «Слуги народа» попытаются имиджево от него откреститься. Вот и все. Дальше, может быть, будут говорить о том, что это там нападки политических конкурентов каких-то. Да что угодно. В принципе, мы видели массу таких случаев и в прошлом созыве парламента, когда там депутатам от БПП предъявлялись всякие обвинения. Кого-то из них даже то ли пытались, то ли лишили депутатской неприкосновенности. Ну, это ни к чему не привело. И к особым потерям имиджевым. Ну, может быть, там пару процентов рейтинга за всех этих депутатов они потеряли. Избиратель вообще оценивает политику комплексно. То есть он вот смотрит как бы на все вместе. И в случае с отдельными депутатами могут там внести свою лепту, но эта лепта будет небольшой. Что касается того, что будут предпринимать дальше «Слуги народа», они будут играть в такой административный футбол, когда к ним будут адресовать какие-то вопросы относительно этого Юрченко, они будут говорить, ну смотрите, вот НАБУ же ведет расследование, вот они же передали в суд дело, что вы от нас хотите, мы к этому не имеем никакого отношения. Дальше будут задавать вопросы НАБУ, НАБУ скажет, а мы передали дело в суд. Будут задавать вопросы суду, ну, с него вообще взятки гладкие. То есть нет доказательств, плохо подготовили. И так вот по кругу можно посылать этих журналистов бесконечно, пока история не забудется окончательно. Ну, кто сегодня помнит об уголовном преследовании Насирова? Мы пам'ятаємо. Дякую, пане Данило. Да. Дякую вам дуже за те, що доєдналися. Данило Богатирьов, експерт Українського інституту політики, був з нами на зв'язку. Ну, ось переходимо ще до однієї теми. Поговоримо